Ну что, мы приехали уже на какую-то горнолыжечку. Сейчас идем узнать, где можно взять в аренду. Так, где можно взять в аренду оборудование? Узнаем, сколько это стоит, узнаем, сколько стоит скипас, и, возможно, покатаемся. Что-то перед этим, конечно, переоденемся. Масочки, кстати, здесь это их масочка. Да. Доктор Зиппо. Чуть мое сердце чем-нибудь купил. Пойдем, что на место. Блин, тут, конечно, просто куча-куча всего. А, есть красная шапочка. Сколько стоит? 300. Да. Не-не, вот такую я нашел, смотри, иди сюда. Вот настоящая, как была в этом. Смотри. Короче, мы все узнали. Стоит сколько в пересчете на рубли стоит аренда? Ну, примерно 5000 рублей на двоих. 5-6. Да, ну, в общем, короче, пятерочка аренда. Сколько-то еще будет стоить сейчас подъемы. И вот будем кататься вот там. Мы хотели уложиться в 10 тысяч на один день, получается. Вот, у нас так и будет. Ну, типа того, да. Мы можем весь день кататься, то есть, ну, нам обязательно 2 часа, мы можем хоть там до ночи. Ну, в общем, покатаемся, да, как надоест уже все. Камбэкнемся. Так, ну что, мы уже переоделись. Вот так вот мы уже выглядим. И сейчас идем брать в аренду ботики, сноуборды. В этой же одежде мы снова идем в горы. И идем, да, кататься. В общем, мы уже приехали сюда. Переоделись и берем уже оборудование. Сейчас настраиваем досочки. Они у них такие вот отдельно под всех настраиваются. И, кстати, я себе еще кепочку прикольную нашел. Скоро купим, да. Так что вот. Ну что, мы добрались до подъемников. Вот такая вот красота вокруг, ребят. Вот такая красотинушка. Самое интересное, что я как бы катаю на сноуборде уже не первый год, а Влада практически первый раз встает. Мы же до этого мы катались на говногорке 150 метров. И она выучила пока только задний кант. Поэтому сегодня будет либо фаталити, либо бруталити, либо мы все-таки научимся кататься. Либо сексуалити. Ну, ты у нас готова. Ты что делаешь? Ты готова, я проверял. Я проверил. О, я молодец. Готова. Готова? Готова! Молодец! Все, да. Ну что, добрались до вершины. Одно из... Сейчас спустимся туда ниже. И пойдем на переход еще на более высокую. Я лично первый раз в таких горах, это точно. Учимся. Расскажи о своих эмоциях, первые 100 метров, которые ты съехала. Я так упоролась головой. Мне кажется, если бы у меня не было шлема, мне было бы плохо было бы. Короче, мне страшно. Мое очко такое. Мне, честно говоря, хочется кататься, но я не могу оставить одну Владу, поэтому... Сейчас там на детском склонике ее определю и сам покатаюсь. Так, ну что, добрались сюда наверх. Ну что, скатился, жду Владу. Она у нас учится. Ну, у нее получается. Через раз, молодец. Вот такая вот здесь красота. Красиво в горах, конечно. Сразу хочу вам сказать свое мнение. Если у вас разный уровень катания, то не очень приятно. Я вот скатился и минут, наверное, 5 стою и жду здесь Владу. Она молодец, у нее очень хорошо получается, но все это очень долго.
Наверное, брать нужно инструктора просто. Так, ну что, поднимаемся второй раз. Расскажи о своих впечатлениях. Че, как унылое говно сидит? У меня нечего сказать. Ну вот. В общем, перед такими склонами, да, вот перед такими серьезными трассами нужно все-таки немножко готовиться, потому что здесь тяжело вставать, ну, либо брать инструктора, уходить на какие-то там совсем другие склоны. Так что вот такие, да, вот дела. Тяжело. Да, а тем, кто уже немножко продвинут, здесь вообще просто рай, блин. Тут и фрирайд вот есть немножко в сторону, и нет. И где попрыгать есть в рамках трассы. Вообще, короче, крутяк просто. Перепады высот, перепады всего, очень крутые. Трассы абсолютно разные, на любой вкус и цвет. Очень круто. Красота нереальная вокруг. Вот такая вот. Уже закат. Освещения здесь нет, подсветки никакой. Поэтому скипасы закрываются. А я вот качусь по этому склону. Ну все, я скатилась вот с этого склона. Ох, для новичка, конечно, немножко тяжеловато. Но все очень круто. Мне очень понравилось. Ни за что не брошу. Буду учиться уже нормально катать. Вот скипасы уже закрылись, подъемники. Все. Идем навстречу Богдаше. Переодеваемся и поедем сейчас. Скорее всего, доедем до городка Кируна и там мы сами ночевать. Все, до скорого. Ну все, мы накатались. Даем ботиночки. Все, хватит на сегодня. Нас сопровождали машины сопровождения и вели колонну легковых, а здесь около 15 или 20 грузовиков ведет также отдельная колонна. Да, вот это те грузовики, которые мы проехали. Их отдельные колонны ведут. В общем, ни встречек нет, ничего нет. Там, по ходу дела, на втором КПП тоже всех держат. Так что вот, мы пристроились, едем за ними. Притом при всем не просто пристроились, а пристроились и жрем нутеллу. Есть. Накатались, короче, вообще по полной программе. Ну, по крайней мере, в горах точно побывали. Ну, такие дела. Едем опять к сомалийскому пирату. Тот же самый отель. Видел, что она не снимает? Вот так выглядят шведские классические пробки.
Там полно, вы переигрываете. В общем, мы заселились в тот же самый отель. Часть вторая, возвращение джедая. Возвращение в Кируну. Все круто, идем быстрее в номер. Оказывается, ужин был включен в прошлый раз в стоимость. А мы такие скромные ребята. Не сделали, ничего, не сходили покушать, стеснялись. На этот раз же. На этот раз мы будем жрать. Доброе утро. Мы опять проснулись в отельчике. Сейчас, кстати, хочу вам показать. Смотрите, как здесь интересно. Старый мотор со срезом от лодки, ружье, нарты, капканчик и лыжи. Такие артефакты есть. Хороший, кстати, отель. Всем рекомендую. Ну, в общем, мы сидим тут и... Yes, this is good hotel. I'm Kiruna. Okay. Thank you. Nice of Pancho. Thank you, man. Thank you. Thank you. Give me hug later. Yes. Такие вот штучки наклеим. Одну Владюше на спину, одну на машину. Буду любоваться. Одну на меня, например? Да. Чешется. Ну что, перекусили. Пойдем? Спасибо. Пожалуйста. Перекусили, в общем. Отличное место. Опять же, всем рекомендую этот отельчик. Сейчас собираемся, нужно погладиться, досушить там вещи и валим нам до России где-то 1500 километров. Хотим сегодня максимально близко приблизиться к границе. Будем стараться изо всех сил, но в рамках европейских ПДД. Вот тут нас уже заселять собираются, но мы еще держимся. Но собираются. Еще раз покажу номер всем, как выглядит наша богадельня. Вот так вот мы и живем. Ну все, мы выезжаем. Здрасте. Держи свою сумку, которую ты мне подкинул. Подожди, с меня объятия. Все, до свидания. Goodbye. Bye-bye. Все, мы уезжаем. Сюда мы вернемся уже, наверное, только следующим летом. А я уже почистила машинку, до этого выходила. Была она примерно вот такая же. Так каждое утро, знаешь. Ну знаешь, когда будет своя машинка, вот буду выходить ее чистить. Так что. Ну все, двигаем дальше. Пока, город Кируна. Так, ну что? Ребят, мы, в общем, выезжаем из Швеции. Начался циклон, все метет, все в снегу. Поэтому надо выбираться из этих северных стран. Сейчас, кстати, покажу вам. Помните, я говорил о том, что здесь у всех, даже у легковушек, есть вот такие фары. Вы посмотрите, ралли Париж-Дакар просто какой-то. Это и вот там тоже едет. И у той машины, посмотрите. Это норма, на самом деле, здесь. Потому что очень сильно метет. Очень плохо видно, неосвещенные дороги, поэтому без хорошего света никуда. Ну, у нас, кстати, вполне отличный себе ксенон на нашем поджерике, поэтому, ну, не могу сказать, что нам не хватает света. Света нам более чем достаточно. Фары, кстати, очень хорошие. Все, выдвигаемся отсюда из Арктики в нашу теплую Россию. I've had the time to
пересекли полярный круг в обратном направлении. Теперь мы официально не в Арктике. Все, снег, прекращайся, метель, прекращайся. Должно быть тепло. Весна. Кстати, сегодня первый день весны. Поздравляем всех вас. Хотя вы сейчас смотрите наверняка уже... Нет. Уже весна или лето, да, потому что у нас блоги выходят немножко позже, материала очень много. Что, въезжаем в цивилизацию, знаки меняются. Теперь наездника можно зацепить на дороге. А мы на самом деле подъезжаем уже к границе Швеции и Финляндии. И сейчас опять будем ехать по мосту дружбы между этими двумя странами. А завтра уже у нас будет Россия. Дешевый бензин по 90 рублей. Прощай, дорогой бензин по 120 рублей. Использую либо резину Toyo Tires, либо Хакапелит, потому что альтернатив зимой просто нет. Хотя мы зашли в магазин Призма, гигантский супермаркет, и выбрали малому подарок. Он как раз сейчас пропирается от Star Wars, ну и я тоже, поэтому выбрали ему вот такую вот фигнюшечку Star Wars, плюс еще 50% скидка. Сейл. Короче, крутяк, малой будет доволен. Мы здесь уже набрали сырков, просто чтобы вы понимали. Вот такой сыр с плесенью, как я люблю, здесь стоит около 120 рублей. Даже меньше, потому что 2 евро это там 120 рублей, а он около 100 рублей. Поэтому мы набрали вот такого сыра, набрали еще всяких там сыров. Я уже не помню, каких, как мы набрали. Как называется? Наборчик. Да, вот такой вот мы взяли, вот такой вот. Чембри набрали голубых сыров и вот твердое. Да, все, крутяк, подарки. Подарки друзьям и себе. Ездят в дороге. Так, ну что, мы купили, в общем, Лего, купили тут кучу сыров и кучу всего, и нам все это вышло на 4000 рублей. Ну, я считаю, что это очень круто. Короче, мы решили вернуться за кофе. Тут, кстати, здесь, если вы помните, есть магазин со шведским столом. Можно заплатить там, в зависимости от того, сколько тебе нужно, от 3 до 12 евро, и сожрать полмагазина вообще-то. Или полкафули, да. Мы сейчас идем в это кафе, возьмем просто кофейку с каким-нибудь круассанчиком и валим. Просто не хочется тратить световой день. Здесь на прожорку хотим как можно дольше проехать. Вот смотри, кофе, круассан и 5 евро. Сейчас еще возьму с собой быстрых завтраков. Вот всякие такие разные есть. В предыдущий раз мы пробовали вот такой, а в этот раз хочется взять такой. Смотрите, что здесь. Здесь получается фрикадельки и пюрешечка. Короче, дорога с разделителем по две полосы в каждом направлении. Какая-то пробка, все встали в правом ряду. Внимание, знатоки, вопрос. Ехать ли мне по левому ряду или не ехать? В России я бы вообще по обочине даже поехал бы. Тут что-то вообще стоим и
не знаем, что делать. Что нельзя ехать вот здесь, но вроде бы мы простояли где-то, наверное, минут, может, 15, и потихонечку начинает все двигаться. Но еще раз говорю, в России у нас бы уже давно бы по этому ряду все поехали и не парились. Непонятно, для чего они это делают. Может, для скорой помощи, может, там еще для машины спасения. Кто знает, для чего они не занимают крайне левый ряд, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Давайте вот разберем. Дорога сузилась, теперь по одной полосе в каждую сторону. Короче, прошло уже времени, минут, наверное, 30 еще дополнительно. Мы приблизились вот к этой пробке непонятной. До сих пор непонятно, что там впереди, стоит полиция, еще что-то. Сейчас посмотрим, что там, почему так все долго едут. Очень непонятно. Простояли ту его кучу времени и теперь едем в объезд. Смотрим сейчас, что там. Ну что, прошел еще практически час. Влад уже зевает, мы переиграли уже во все игры, там в крокодилы, в города, во все, в угадай мелодию, что только можно придумать, мы уже поиграли. В животных там. Сидим, ждем. Вот, в животных поиграли, вот подумайте, животных просто как поиграли, да. Вот ничего не меняется, у нас с той дороги убрали, опять там всех пустили. В общем, сидим, ждем. Времени уже практически 9 часов. Планировали сегодня уехать, ну, еще километров на 150, на 200. По итогу сейчас 30 километров едем до кемпинга, в котором уже останавливались до этого. Где, если вы помните, в предыдущей серии мы оставляли ключик просто в ящичке на побережье залива. И опять едем туда, потому что он у нас будет через 30 километров, деваться некуда. Ситуация такая. Машина просто съехала в сугроб, причем в мягкий сугроб. Там никто не пострадал, потому что хозяин, собачка, все на месте. Просто они стоят, не могут ее там вытащить, походу. Я не знаю, что они там все стоят. Из-за этого мы простояли 2 часа. Можно было просто ее выдернуть нашим Mitsubishi Pajero Sport в 2 секунды. У меня есть стропа, у меня есть все, что нужно сделать. И ехать дальше. Я просто немножко вот в шоке от того, что происходит. Ну ладно, что, это Европа вот такая, все... У них чрезвычайное происшествие там. Ладно, все, 2 часа потеряли, но зато через 12 километров у нас будет очень комфортный кемп, в котором мы останавливались в предыдущий раз. Если сейчас места есть, мы сейчас попробуем забронировать через сайт Hotels. У нас там есть скидосы. Если мы забронируем, то останавливаемся в нем. Не то, что забронируем, если там есть места, то мы останавливаемся в этом в кемпе. Зато в кемпе есть Wi-Fi, зато в кемпе есть сауна, зато завтра у нас будет шикарный вид на озеро. Поэтому свои плюсы в этом тоже есть. Так, ну что, мы приехали в город Оулу. В кемпе мест не оказалось. Влада пошла на поиски гестхауса. Я бы не смогла это сказать. Сейчас позвоним, узнаем, они это или нет. Мы приехали в городок Оулу. Небольшой городок. Славится тем, что здесь есть отличный колледж. Или, как правильно сказать, университет, который называется... Люнама? Линама. Yes, Линама университет. Да, долго искали гест какой-то, не могли ничего найти. В итоге приехали в этот отель. Отель вроде неплохой. Снимаем сейчас номер. В номере даже будет сауна. Смотрите, какие есть всякие разные девайсы. То есть, если ты заполняешь, и у тебя зрение плохое, то ты можешь выбрать все очки, чтобы тебе было видно и удобнее заполнять. Я считаю, что это, конечно, сервис. Посмотрим, что будет. Здесь у нас, по ходу дела, будет проходить завтрак. В целом напоминает Сокос, ну такой немножко пошел. Окей. Thank you. О, электронная дверь, я могу ее управлять. Дверь, закройся, пожалуйста. Так, ну что, припарковали тачаночку нашу. Под Джерика нашего, который везет нас, несмотря ни на что, на паркинге. Это хорошо, что в отеле есть паркинг, потому что тут все стоит безумных денег. И все-таки идем заселяться. Надеемся, что он сказал, что я вам открою. И не соврал, он нам открыл. Так. Надеемся, что Hotels уже подтвердил вам бронирование. So, 425. Окей. It's game. Okay. And it's repaid. This? Yes. Okay. Fourth floor,
Okay. Thank you. Bye. Мы все умрем. Когда-нибудь мы действительно все умрем. Как тебе? А? Испугалась? Нет, он застрял между этажами. Между какими этажами? Там дверь надо открыть просто. Какая комната у нас? Ну, я думаю, что комната должна быть нормальная. Самое главное, что? Гладилочка у нас совсем рядом. Так. Ой-ой. Светик. Включай. Пахнет какими-то этими благовониями. Вообще здесь крут, как бы. Вот здесь он, я нашел его. Вот я он. Я уже включила сауну, походу. Так, ну что, ребят, да, по-моему, очень хорошо. Сауна вот здесь включается. Маленькая. Так, сейчас мы ее сразу включим. Поставим температуру в 90 градусов. А у них всегда так, наверное, чтобы дышалось. Наверное, чтобы не угорели, да? Ну, типа, наверное, да, так. Ну, как-то тут только Слушай, есть огромный фен. Как-то, как-то здесь как-то только красивее. Темновато. Бухло бар. Я не бухаю, но мне захотелось. Все так... Я не бухаю, но буханочка. Ну, короче, да, номер такой. Но, опять же, сразу скажу, мы заплатили за него, получается, сколько там? 7 тысяч рублей. Да, ну, 8 тысяч за него заплатили. Ну, смотри, тут дырка какая какой-то. Нормально. Ладно, ладно, что, нормально. Вид у нас на эту центральную улицу, открыть ее нельзя. Можно только что там, как всегда, покрутить. Посмотри, какая у нас классная кроватка. Кроватка у нас классная. Твёрденькая, да, с ортопедическим матрасом. Ладно, все, приехали, можно переодеваемся. Переодеваемся, идем в сауну. И завтра с утра едем в Рашку. Все, пока.